Очень необходим в условиях окопной жизни дизельный генератор. Его для бойцов приобрел депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. С наступлением холодов у ребят в зоне СВО потребность обсохнуть и согреться. Благодаря помощи депутата на фронт отправятся автономные отопители. Сергей Александрович Пахомов не остается в стороне и всегда помогает, привозит, как вот и сегодня, что-то необходимое по запросу для ребят. Вот на данный момент поступил запрос на дизельные отопители, на генератор, на медикаменты. Сергей Александрович активно включился в работу, и вот уже сегодня это находится на нашей точке сбора, и в самые ближайшие дни поедет к ребятам. Теплые перчатки, носки, посылки со сладостями к чаю, средства личной гигиены. Все эти коробки с гуманитарным грузом собрали педагоги, родители и ученики коррекционной школы номер 7. Сбор шел несколько недель. Сейчас собранную помощь доставили на перевалочный пункт в молодежный центр «Атмосфера». Отсюда посылки отправятся в зону СВО. Мы не первый раз уже собираем гуманитарную помощь. А вообще детям это очень интересно. Не так давно у нас проходила военно-патриотическая акция «Пишу тебе, герой», где дети тоже очень активно. Они написали письма, младшие классы нарисовали рисунки. Мы тоже все это отвезли, и совместно с управлением образованием все наши письма были переданы нашим воинам. Волонтеры отмечают, что бойцам важны не только сами вещи, но и внимание, поэтому в посылки стараются положить доброе послание для солдат или сладкий гостинец. Татьяна Мельникова, Екатерина Солдатова, ТВР-24.